Я думаю, что физически это очень и очень тяжело. Ну, как 20? Уже 28. 28, да? Ну, конечно, по классу игры на Каролины Шмидловой матч второго круга, и там сейчас по сету и начинается третья партия. Да, Даша Касаткина выиграла у Си Сай. Аут. На аут, да, не сумел. Сильная боль, а потом после этой боли все проходит. Аски в игровое. А с другой стороны, он хочет не растрачивать кучу сил, поберечь их. До этого играл он в Умаге. В Умаге уступил Мартину. Вот это Андрей Мартин, который и здесь прошел дальше, потому что... Ну, задача Дель Поттера все-таки не усложнять себе жизнь свою. Сейчас почему-то на табло исчез счет. Меня волнует. Это в какой-то мере защита. И время от времени приходится все-таки использовать свой... Ох ты, вот этот вот... Последний бой, да? А сейчас он уже должен играть за себя и за Джоковича, потому что он не имеет права проиграть, потому что он выбил из турнира первую ракетку турнира, и будет вообще несправедливо, если вдруг он раз и без борьбы сдаст, предположим, сегодня, да, свой матч? Ну, вот видите, не спеша развивает атаку, хотя... Это здорово, очень технично. Надо сказать, что Соуса не ошибается. Не ошибается, передвигается прекрасно. Ну, легко. Ну, он переиграл. Легко двигается португалец. Да, ну вот он. А сейчас очень трудно себя как-то настроить именно на очень ответственный лад. Ну надо. Ну. Аут и его прием. И сорвал удар. Ну. Ну, в общем, Соусов, в принципе, держится пока. И все-таки выдержал, да? Ну, или не будешь, в общем-то, играть в полную силу. Да, кто-то, вот я помню, в Умблдоне обыграл, по-моему, Надаля, а на следующий день отказался. Дарсис, по-моему. По-моему, Дарсис, да.
в общем-то, показать себя в финальном поединке. Пройти сколько матчей, сколько часов провести на корте. Причем каждый день, один день на другой ведь не похож. Вот мы видим даже на примере Хуан Мартина, какой он был вчера и какой он сегодня. Вот, наконец, все встанет на свои места. Вот и у Кати Макаровой как будто бы все становится на свои места, потому что она в решающем сете ведет 4-1. Хотя она все-таки не пройдет этот этап. Сейчас вот так. Да, но этого все-таки... Большим ребятам, как вот Дель Поттер. Но все мышцы должны же заработать. Сколько таких вот розыгрышей слева налево провел накануне Дель Поттер против Новака. Только были они, конечно, гораздо острее. Ну, дождался. Вот, да. Но, какой, во всяком случае, удастся ли ему удержаться в этом положении, но своего рода героем теннисных турниров, вот этих вот, которые сейчас проходят. Там уже он в центре внимания, безусловно. Ну, и он заслужил. Ой-ой-ой, перехватил, да? И все, соусы вот внутри где-то, вот этот барьер есть психологически. И потом Мартин, он... Ну, это правильно, Владимир, ты подметила. Это все тоже взаимосвязано, да? Против хорошего принимающего теннисиста подача так не проходит. Да, ну вот это... Как поймал, ох. Ошибается. Дель Поттера лучше стало ошибаться. Да у него все время спад, он через силу играет. Он играет. Он начал играть вдруг совершенно по-другому. И интересно, что Коннорсу, который, в общем, был такой избалованный и не очень воспитанный игрок, стали относиться по-другому болельщики, потому что они восхищались его вот умением в решающий момент быть спокойным и рассудительным. То есть к нему как раз и пришла мудрость. Мне кажется. Он сразу же так мобилизовался и вернул потерянный гейм. А сейчас он немножко расклеился. Да. Аут. Попит. Дальше проблемы. Ну, посмотри, уже ноги не... Ну, вот это уже неплохой удар был. А, широкая атака так. Ну вот. Футбол – это почти… То же самое, что и в Бразилии, да? Да. И то, тем не менее, настолько велика была его популярность после победы.
Давай-ка. Да, хорошо ответил. Которые мечтают совершить самые разные путешествия. Да, ну это... Но маха у него бывает... Бывают все-таки Да потому ошибки. Что он и отрабатывает удары сильные, да? А тот, тот приходится играть в полсилы бить, и да. Уже совсем другое движение. Нет, тут собственно, не очень хорошо. Непонятно вообще, они выбирают. Часть народа играет в нижней части турнирной таблицы сегодня, а часть завтра. Ну, какой настырный. Ну, никаких вообще шат. И времени не хватит нам. Да. Ну и вот он из-за этого по несколько раз на год-полтора выбывал из строя. Потом ведь надо было восстанавливаться. Ну, это только главная травма. У него еще были, в общем-то, еще и другие, да? Нет, проблемы. Ну это другие были так, но все-таки не такого продолжительного характера. А вот это, конечно... Да, португалец, потому что он просто лучше передвигается, энергичнее играет и меньше ошибается. Ой, как повезло еще. Вот. Коллеги, я считаю, которая не пожелала считаться с тем, что игра его накануне закончилась так поздно. И назначила его играть. Ну, это вот в своем стиле, в своем стиле. Все, ну, берется уже. Нет, ну, к этому мячку. Португальцу. Да. Мы видели вчера. Еще одно. Всего лишь один брейк. Ну, вовсю постарается, конечно, Дель Потро все решить в этом гейме. Ну, это не очень легко. Ну, старается вовсю. Да. Счет 6-1. Здесь может быть 6-2. Какая борьба была, да? И продолжается она за каждый мяч. Да нет, очень напряженная борьба. Но... Вот, Все? Я думаю, что физически это очень и очень тяжело. Но так уже 28. 28, да? Ну, конечно, по классу игры на Каролины Шмидловой матч второго круга. И там сейчас по сету и начинается третья партия. Да, Даша Касаткина выиграла. Даша Касаткина выиграла у Си Сай. Аут. На аут, да, не сумел. Сильная боль, а потом после этой боли все проходит. Аски в игровое. А с другой стороны, он хочет не растрачивать кучу сил, поберечь их. До этого играл он в Умаге. В Умаге уступил Мартину. Вот это Андрей Мартин, который и здесь прошел дальше, потому что... Ну, задача Дель Поттера все-таки не усложнять себе жизнь свою. Сейчас почему-то на табло исчез счет. Меня волнует. Это в какой-то мере защита. И время от времени приходится все-таки использовать свой...
ты, вот этот вот... Последний бой, да? А сейчас он уже должен играть за себя и за Джоковича, потому что он не имеет права проиграть, потому что он выбил из турнира первую ракетку турнира, и будет вообще несправедливо, если вдруг он... Да, кто-то, вот я помню, в Умблдоне обыграл, по-моему, Надаля, а на следующий день отказался. Дарсист, по-моему. По-моему, Дарсист, да. В общем-то, показать себя в финальном поединке. Пройти сколько матчей, сколько часов провести на корте. Причем каждый день, один день на другой ведь не похож. Вот мы видим даже на примере Хуан Мартина, какой он был вчера и какой он сегодня. Вот, наконец, все встанет на свои места. Вот и у Кати Макаровой как будто бы все становится на свои места, потому что она в решающем сете ведет 4-1. Хотя она все-таки не пройдет этот этап. Вот так. Сорок ноль. Да, но этого все-таки. Великовозраст, по росту великим, то есть большим, большим ребятам, как вот Дель Поттер. Ну, все мышцы должны же заработать. Сколько таких вот розыгрышей слева налево провел накануне Дель Поттер против Новака. Только были они, конечно, гораздо острее. Ну, дождался. Вот. Но какой, во всяком случае, удастся ли ему удержаться в этом положении? Но своего рода героем теннисных турниров, вот этих вот, которые сейчас проходят. Там же он в центре внимания, безусловно. Ну, и он заслужил. Ой-ой-ой, перехватил, да? И все, соусы вот внутри где-то, вот этот барьер есть психологически. И потом Мартин, он... Ну, это правильно, Владимир, ты подметила. Это все тоже взаимосвязано, да? Против хорошего принимающего теннисиста подача так не проходит. Да, ну вот это... Ох, как поймал, ох, как... Ошибается. Дель Поттер лучше стал он ошибаться. Да у него все время спад, он через силу играет. Он играет... Он начал играть вдруг совершенно по-другому. И интересно, что Коннорсу, который, в общем, был такой избалованный и не очень воспитанный, игрок, стали относиться по-другому болельщики, потому что они восхищались его вот умением в решающий момент быть спокойным и рассудительным. То есть к нему как раз и пришла мудрость. Мне кажется. Он сразу же так мобилизовался и вернул потерянный гейм. А сейчас он немножко расклеился. Да. Аут. Дальше проблемы. Ну, посмотри, уже ноги не... Ну, вот это уже неплохой удар был. Раз и без борьбы сдаст.
предположим, сегодня, да, свой матч? Ну, вот видите, не спеша развивает атаку, хотя... Ну, это здорово. Это здорово. Очень технично. Надо сказать, что соус не ошибается. Не ошибается и передвигается прекрасно. Ну, легко. Ну, он переиграл. Переиграл. Легко двигается португалец. Да, ну вот он... А сейчас... очень трудно себя как-то настроить именно на очень ответственный лад. Ну, надо. Ну. Аут и вот. И сорвал удар. Ну. Ну, в общем, соусов, в принципе, держится пока. И все-таки выдержал. Да? Ну или не будешь, в общем-то, играть в полную силу. А широкая атака так. Это хорошо. Ну вот. Футбол это... почти... То же самое, что и в Бразилии, да? Да. И то, тем не менее, настолько велика была его популярность после победы. Ой, как да, хорошо. Вот он, которые мечтают совершить самые разные путешествия. Да, ну вот. Но мах у него бывает все-таки. Да, потому ошибки. Что он и отрабатывает удары сильные, да, а тут вот приходится играть в полсилы бить, и да. Уже совсем другое движение. Нет, тут соус не очень хорошо. Непонятно вообще, они выбирают. Часть народа играет в нижней части турнирной таблицы сегодня, а часть завтра. Ну, какой настырный. Ну, никаких вообще шар. И времени не хватит нам. Да. Ну и вот он из-за этого по несколько раз на год-полтора выбывал из строя. Потом ведь надо было восстанавливаться. Ну, только главная травма. У него еще были, в общем-то, еще и другие, да? Нет, проблемы. Ну это другие были так, но все-таки не такого продолжительного характера.